Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. Страшно не то, что они есть, а то, что мы научились их не замечать. Самое слово «милостыня» показывает, что она должна быть делом и жертвой сердца, и подаваема с умилением или сожалением о бедственном состоянии нищего, и с умилением или сокрушением о своих грехах, в очищение которых подается милостыня. Ибо милостыня, по Писанию, очищает всяк грех. Самая маленькая помощь лучше самого большого сочувствия. В той суете, лишь признавая своих забот туманный свет, они бегут, не замечая старушки серый силуэт. Как в детских книжках, на картинках, старушка-нищенка с клюкой, чуть сгорблена, лицо в морщинках, ну а в глазах живая боль. В пальтишке стареньком, что носит следы давно минувших дней, она не милостыню просит, так не дано сломаться ей. Ей память нерушимым стержнем не даст упасть в позор и мрак, всегда напомнив, как повержен когда-то был жестокий враг, как слезы счастья не скрывая, в Берлине мелом на стене она писала: «Я живая, мы победили, смерть в войне. Пройдут десятки лет, как малость, в заботах о земле родной, не слышно к ней подступит старость, придет заслуженный покой, но власть ее жестоко бросит, голодной смертью погибать. Она не милостыню просит, она не хочет умирать». У милосердия порой много лиц, и странно видеть, в чем оно одето. Но главное, ведь в нем не это, а удивительно, что нет ему границ. Если ты недостаточно беден, чтобы просить милостыню, ты достаточно богат, чтобы подавать ее. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечней, лишь доброта сумеет мир спасти.